Добрый день, дорогие друзья! А перед началом видео по нашей замечательной игре хотел бы посоветовать вам сервер Rima Survival. Ведь это именно тот сервер, на котором я играю. И если хотите поиграть со мной или попасть в видео, ищите меня на Rima Survival. Ссылка на Discord сервера в описании. Ты зашел в пати, что ты? А тебя где ты? Я не вижу. А вот ты ее не кидаешь даже? Кинул. Нет. Кому ты кинул? Все. Нет. Ну, а не ты знаю. Кто? Я Бублик. Какой-то. Ой, здесь Бублик, МХ Бублик. Что за Бублик? Да, ты это я. Кинул. Кидай всем Бубликам. А, да ладно, много Бубликов. Почему я загуглил один только? Здесь только еще есть Бублик, только он с клана Ли. Я не знаю, что-то видать глючит. А, во, я гигу нашел, все. Да, кидайте пати. Один рекс, мне нужен помощь и все. Киньте пати. Не в пати. Я кидаю? Я не в пати. Ты и на группу пиши, короче. Я в группе какой-то. Лол. Только в которой был только я. Киньте пати еще раз. Мы не хотим с таким нубом играть. Просто в этой группе, короче, я походу с кем-то был, и они ливнули, и я такой смотрю по сторонам, никого нет, типа, я, значит, не в группе. Тебя охуенчик, иди то, где гиг, ты видишь ее? Я возле Бублика, на Бублике. Я покурить, короче, пойду лучше тогда. Прям на Бублик, давай, веду на вас. Все, крутнусь. Давай. Ой, бля, ой, попало, нихуя, как? Куснуло. Давай, на тебя. Иди, помогай, Корсар, я убегу. А, все, хуярит она. А я, блядь, не догоню. Не догонишь, сука. Ну, помоги ему хоть, чтобы он не сдох, просто. А я этот лег. Блин, она меня укусила. Блядь, я ее догоняю, метра. Нахуй. Похуй, я без стамины сейчас попробую что-нибудь сделать. Как ты ее догонишь? Просто как? Я ее уже догнал, блядь, почти. Сука, я без стамины остаюсь. Жопа. Но я ей лапу сломаю, наверное. Короче, я походу труп, блядь. Помянем. Блядь, не сломал, пиздец. Не, помяните меня. А? Счастливая гига, сколько она там взяла. Я хоть я самика заебашил. Не, ну сегодняшний секс это был, конечно, охуенный. Смайк это. Короче, мы с ней крутимся, блять, а без стамины, не знаю, что будет, но я сдохну явно. Зетку хоть нажал, надеюсь. А конечно, блять, нажал. Ну, не знаю. А ща не пропадет. Ну хоть не я помру. Ну не отста. Блять, как я долго не умираю. Может, он умрет первый, сука? Чисто теоретически. Ну, давай. Двойными его, давай. Сука, у меня тэпается. Слушай, я лапу сломал, блять, он в хвост зашел. Да какие двойные здесь, блять? Ты ему или он тебе? Он со сломанной лапой, короче, и мы кружимся, блять. Танцы? Но второй не имеет нападать вправо, пока не ляжет. Ну да. Потому что нас двое, получается, сабик и адолт. Чтобы правила не нарушить. Вообще, типа, если нет зрительного контакта. Блять, чего из нас не так долго не умираем, офигеть. Ну бой начат был с двумя. С сабиком и с адолтом. Все, лимит. Сука, я сдох. Только трогенится ее добьет, пойдет. А хотя она ляжет и выйдет с игры. А, две капли, короче. Похуярили! А все равно еще болты есть, блядь. Рыбка максимальная. А где ты возле реки, да, где-то? Возле речки, прям возле речки, да. Там, где вот эти скалы, где ютки еще. Ой, я ее не вижу. Я ее не вижу. Блять, я. Ну я не знаю. За речку перебегу. А, вижу. Ну так, короче, этот.
печенюгу, а потом пати кинешь, я пока не схожу, блядь. Вы чё, блядь, меня хули? Вы решили меня бросить здесь? Бля! Ну так. Да, я умер. Сука пролагала жестко, пиздец. Она стояла, она не лежала, она стояла. Может, ты ее добьешь? Так я сдох. Нет. Питагений. Уже в тебе. Я вообще не видел. Я был на черном рексе с белым пузиком, который в конце взлетел. А кто хилился за углом? Я. Я бегу, смотрю, типа, бац, туши лежит, я хуел. Да блин, Бублик тоже бы не умер, ему надо было сразу ложиться, как он за угол зашел. А он давай пати, енот. О, это Дилка? Ну, он что, умер, что ли? Там же два рекса. Так, ну, он умер, а я выиграл. Да-да-да. Бублик умер, отбредая за то, что он хотел подальше пройтись, лечь и смотреть на спиночей, а я сразу лег. Я хотел на балкончик тогда дойти. Не дошел там. 5 метров. Не, а до этого, короче, мы файтились с страйками, сначала с одним, потом с двумя. И это с Галиком. Мы думали, Гереро добьет, типа, потому что... Ну, короче, как обычно, траву там возьму, Гереро... Потому что на Гереро я же писал вам. А травы могут брать Гереро, да? Смотрел, ну, сейчас. Блин, знаешь, типа, после смерти они могут его тенью взять и снеги туда бить. Типа, блин. Да, но только за это бан будет. Ну, за это бан, да. Ну, блин, определённо... А Гереро же Рексу не наносит урон вообще. Омега, ну, потом все равно, слушай, неприятно. Ну, долбит просто, да. Да, у меня слотов нет. Ну, что, за Рексу, что ли, пошли? Сколько я знаю... Мы со Сабиков Рекса, да. Вроде как... Рекса наносит урон вообще... Ну, в любой Динус наносит любому Динусу урон, только там, наверное, поединили. Ну, все равно, слушай, ну смотри, у тебя четвертый экран, там ты декого вытекаешь, там четвертый экран ты вытекаешь, и сколько там у тебя остается хп? Ладно, ты два алика, ты два алика. А вы где вообще? Крути левее, 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 а я вправо. Ладно, ребят, давайте вам приятной игры, ага. До новых встреч. Давай. Да, завтра пойдем с тобой на Зухич. Еще один. Я у два. Наверное, спринтил, блин. Да, зато на Зухич пойдем. Вас на Зухич? А? Адолт Зухич? Ну я возьму Адолта и Лидан тоже не возьму. Ну а я буду расти. Вот за что я люблю Сабика. Написал в чат что-то. Или можно Сабику тоже взять, слышишь? Завтра на Сабику можно тоже победить. Либо Зухич, либо Сабик. Чего я тебе побледу? У меня две капли. А, это... Ладно, все, давайте, ребят, играйте. Приятной игры, спокойной ночи. Давай, давай, счастливо. Давай, блин, я не вижу бледа. А, вот вижу. Вот он. А, или это, подожди, это я твой. Это мой бот. Я бота убил. Может, я не попал, только на третий просто. Вот тут следы есть. А, вот сюда, да-да-да, вот сюда бежит. А вот блит, блит есть. Есть? Есть, оп, отлично. А, вот дальше. И вон дальше блит идет. Скажи, где закончится? У меня закончится уже. Слева, встал. Боже, блит, его не забить. Он спринтит, что ли? Он с блидом, все, до того, брат. О, до свидания. Убил. Ой, смешной. И что-то это было слишком быстро как. Ой, с Абрексом вообще одно удовольствие аликов убивать. Кайф. Так мы не алики. Пати тебе дать? Ну ладно, давай попробуем. Кидаю пати. Кинул. Ой, а он, слушай, да, кинул тебе пати. А ты на ком? За кого ты играешь? Алик, а мы так мы не алики, мы Рекс. Да, мы Рекс. Алики играют там выше, в аликах
сидят. Смотри, я тебе сейчас перекину. Мне кажется. Давай. Короче, перекину. Перекинул его. Так. Мне кажется, его просто кикают, ну или не кикают, а говорят, типа, отвали. Типа, малой. Ну, походу, это те алики, которых мы только что убили. А, Дилка. Дилка грозит тебе, стой. Ой, в натуре. Что ты? Пизда, я на спринте. До свидания, блядь. Я тоже заряжаю. Всех. Ой, она тут мансит. Я не вижу ни хрена. Я не за мансит, я по прямой бегу. А, ну тут все, да. Да еб... Господи! Все. Ага. Блин. И перекрутить не могу. Пришла такая, я тут альтабнулся, блин. Шесть бреда, собака, стулы. Пойду хоть в елку спрячусь. Вот так поль, блядь. Вот, третий тикнул. А ты знаешь, что мне кажется? Мне кажется, это на алике зашел игрок. Да? Ну, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Надо чекнуть, если что, сам репорт напиши на него и сам же забань. Привет, всем привет. Здорово.